Давай пой. Это точно никто не подпоет, поэтому... Давай. Такую я скорее еще не знаю. Естественно. Давай. Монастырь проснулся с утренним лучом. Смотри, коллектив монахов очень огорчен. Погреб мне вчера снесли дверной косяк. И к утру нектар живительный иссяк. Нет давно уже капусты у козлов. Старый поп сидит и охает без слов. Не помогут ни примочки, ни пластырь. Будет знать, как лазит женский монастырь. Солнце тихо поднимается в зенит, а в ушах как будто колокол звенит. Это кто ж посмел нарушить наш покой? Дьяк с похмелья бьется в колокол башкой. Не сходить ли за водицею святой? Грешный путь попа продолжит с темнотой. Или тихо удалиться в ковыли, взяв бесовскую одежу фирмы Ли. Здорово!